есть они вот не постоянно такую доску и просто стреляют и кто-то тебе будет. Пиздец! Хуя себе, блядь! Толку особо нет, вот то, что ты меня выхитришь. У нее ваншотные топоры какие-то. Надо три снятия сделать. Этот матч я вряд ли выиграю. Кстати, как она тут оказалась? Не надо. В этом нет никакого смысла. Подъем. Хули ты, блядь? Не надо. Увидела. Да, чтоб такие педрилы не попадались, надо выключать кроссплей. Кидать топорики с мышки, это тебе не... Со стиком.
на 5 генах вынесет нахуй всех. Это ж кто-то додумался дать эти топоры ваншот еще. У кого-то мозгов хватило, она этот матч выиграет, и у нее не пропадут эти топоры. Она же их вроде сможет еще раз использовать в следующем матче и точно так же всех заебать. Пиздец. Это она сейчас почти до сюда докинула. Вон оттуда. Без каких-либо шуток. На себе у меня ключик так медленно расходуется. Где? Блять, как она носится быстро. Я думал, она на этот ключ повешает. Второе снятие. Попала. А закрутила неплохо. Все, ну вообще как вариант нужно было дождаться, что все-таки меня прохилит. И просто тихонечко ползать в ебенях, где-то имитировать починку генов там. И просто ждать, когда она всех положит. А самому сыбаться в клюк. У меня для этого ключик как раз был. Ну похер. Все равно по квесту двоих снять надо. Семнадцатый ранг всего лишь. Но играет хорошо. Хотя бы камеру оборачивай. Тетка. Минус. Еще люк. Нет, это не люк. Печально, да? Я тоже подумал, что это люк. А она тебя и ищет. Кстати говоря, тактически с меня бы можно было ключ поднять, если бы она знала, что он у меня есть.
У меня же по трупам ключ лежит. Ну вот это вот оно тебе точно сейчас не надо было, нахуй ты это сделал. Только свое положение сейчас выдадишь, она тебя ищет. Тим нахуй люк ищи, дура. Я правда не знаю, появится он сейчас или нет. Повезет, появится. Не повезет, ну хлопец умрет, тогда точно появится. Увидела, нет? Пошла вешать. Ну все, беги. Беги. Блять, нашла. Ох, повезло ж тебе. Да. Вот они, эти топоры. Паншотящие. Прекрасно. И фуловое все. Все фуловое. 17-й ранг у тетки.